У нас акция «Идеальные праздники» с подарками из Золотой горы. А также специальная цена на кольцо с бриллиантом за 6499 рублей у Золотой горы. Из каких цветов у нас состоит натюрморт? Какие там цвета? Зеленый, красный. Значит, это по цветовому кругу смотрим. Зеленый и красный находятся напротив друг друга, да? Нарисовать натюрморт в технике «Алла Прима» в ограниченной цветовой гамме. Использовать оттенки зеленый и красный. Главная задача художников – правильно смешать цвета. Художники никогда не берут зеленый цвет, и чтобы намешать зеленый, они берут локальные цвета и смешивают из них. Например, можно смешать лимонный цвет с голубым. Ньютон открыл, что прозрачный световой луч на самом деле смесь лучей всех цветов радуги. Проводим свой эксперимент. Смешиваем их в палитре и наносим на лист. Мы смешали все цвета радуги, и при смешивании у меня получился серо-голубой цвет. Очень красивый серый цвет. Даже серый цвет имеет множество оттенков, а обычный синий или красный также можно различить как минимум в трех вариантах. Ну вот, например, среди группы красных оттенков мы видим алый, акроплак, красный, светлый, карминовый. Это в акварельных красках. А в масляных красках там название еще более интереснее. Например, тиандиго розовая есть. Вот, точно так же группа холодных оттенков синих. Да? Это холодный ультрамарин, голубая ФЦ, кобальт синий. Считается, что женщины, в отличие от мужчин, различают гораздо больше оттенков. Педагог художественной школы понаблюдала за учениками и сделала свой вывод. Вообще, вот я бы сказала, не мальчики, а девочки, а национальный характер очень влияет. Южные народы, они очень хорошо чувствуют цвет. Но это, наверное, потому что у них очень яркое солнце, и они действительно видят этот яркий цвет. А мы же на Урале все серенькое у нас, вот так вот. Пока ученики Татьяны Бельц только экспериментируют со смешиванием цветов, художники постарше уже пишут дипломные работы. Ася Вознюк с раннего детства любит рисовать. Говорит, краски смешивает уже 12 лет. Сейчас изображает девушку с книгой на берегу моря. Небо уже готово. Небо передает различные оттенки, краски. Также, когда закат, оно тоже не просто голубое. Я тут смешала оттенки розового, охры и небесного, голубого, фиолетового, белого. 19 февраля – день смешивания красок. Кто и когда его придумал, неизвестно, да и не столь важно. Главное, что это красиво и увлекательно. И совсем не обязательно иметь множество готовых цветов. Гораздо интереснее смешивать основные и получать неповторимые. Надежда Титаренко, Владимир Махмутов, Интера ТВ. Башкирский привоз. Акция до конца февраля. Назови промокод Интера и получи скидку 10% на продукцию собственного производства. Мы находимся на Вайнера 47.